Друзья, всех приветствую на канале «Строим дом своими руками». Сразу хочу сказать, что на этой неделе выйдет крутейший видос, ну классный видос, хороший видос, который я уже монтирую. Не буду раскидываться спойлерами, вы в принципе уже все в сообществе отгадали. Кстати, пока не забыл, у нас же есть Инстаграм, и туда я выкладываю все самые новые новости, которые только происходят со мной на стройке. Сегодня я хочу очень коротенько рассказать вам один лайфхак. Я думаю, что я не один такой, кому это пригодилось. Нередки случаи, когда наши замечательные болгарки взрываются. Бывает, работаешь с металлом, он закусывает. И тут я хочу сразу сказать два момента. Первое, одевайте всегда активную защиту, очки, уши. Это все поможет вам жить дольше и счастливее. Но суть-то моего рассказа вот в чем. Смотрите, вот эта кнопка фиксации у меня не работает уже. Видите, она вроде цепляет, но когда я нажимаю дальше, она проскакивает. То есть зацепиться, чтобы вытащить диск, который закусила, у меня не получается. Что же делать в таком случае? А в таком случае, как правило, чаще всего мне приходится очень долго мастериться, долбить какой-нибудь палкой по этой штукенции, и все равно это не помогает. Но мои кореша подсказали мне классный лайфхак, как сделать так, чтобы этот диск можно было очень легко изъять из болгарки. Ну, я думаю, что вот реально, честно, у кого есть такие болгарки, которым уже много времени, 100% сталкивались с этим. Ну, поддержите меня, ну, в комментарии напишите, ну, я же не один такой, ну, честно, вы парни. Итак, что нужно в этой ситуации делать? Первое. Нужно убрать ошметки. Конечно же, сначала выдерните болгарку из розетки. Хорошенько-хорошенько убираем. Надо убрать вообще все. Для этого можно использовать болгарочный ключ. Теперь берем тот самый оторвавшийся клочок болгарочного диска. Он нам пригодится. И что надо сделать дальше? Включаем в розетку. И сейчас этим диском я должен попасть между замком, то есть там, где располагается наш сломанный диск. То есть моя задача была просто сточить диск до железного основания. Заметьте, железное основание всегда в сечении меньше. Мы помним, да, что кнопка эта у меня работает очень плохо. Она немножко зацепляет, но не до того, чтобы сорвать забитый диск. И теперь вот и все, господа. Так, ну а я устанавливаю новый и продолжаю работу над выпуском, который я вам обещал. Друзья, если этот видос оказался хоть немножечко для вас полезным, тогда прошу отметить это видео лайком. Можно, кстати, поделиться со своими друзьями и проверить, подписаны ли вы на наш канал. Потому что совсем скоро выйдет обалденный фильм, который я для вас сейчас готовлю. И, пожалуйста, настройки. Пользуйтесь всеми средствами защиты. Это очень важно не только для вас, но и для вашей семьи. У меня на этом все. До скорой встречи. Пока.